Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Эллина Скотти, и сегодня я вам хочу показать мой собственный блокнот, который я сделала, который называется «Уничтожь меня». Вот такой вот он. Да, я тут мягкий знак забыла. Ну, он мне очень нравится. Вот он вот такой вот. Да, я его сама делала, мне никто не помогал. Делала я его из старой обложки дневника. Тут у меня такой зажимчик. Итак, давайте начнем просмотру. Как вы помните, в прошлом видео мы вызывали фею и желание. И она прислала мне кролика. Вообще-то это не шутка, это была правда. Ну, вот первая страничка. Тут написано, эта книга принадлежит. Тут задание, напиши свое имя белым цветом. Тут я написала Флаттершай, тут видно. Потом, напиши свое имя неразборчиво. Вот. Кто разберет это имя, с вас лайк. Потом, напиши свое имя маленькими буквами. Вот они. Потом, напиши свое имя задом наперед. И последнее, и предпоследнее, напиши свое имя как можно больше. Блин, я тут немного ошиблась, но я уже могу произнести. Напиши свое имя как можно бледней. Вот. И последнее, напиши свое имя гигантскими буквами. И тут правила, которые надо раскрасить. Первое, всегда носи этот блокнот с собой. Второе, следуй всем указаниям. Экспериментируй. Ярко-ярко раскрась. Да нет. Потом идет страница. Проставь свои собственные номера страниц. Начни здесь. Потом встань сюда, вытри ноги, прыгни сверху. Тут написано «разлей». Расплескай, накапай, разбрызгай, размажь свое кофе здесь. Ну, я, может, тут какао какой-нибудь, чай там, не знаю, может, просто нарисую. Тут у меня написано, нарисуй толстые и тонкие линии, жми на карандаш изо всех сил. Потом такая страница. Разрисуй всю страницу в радугу. Там не было слова радуги. Я просто смотрела видео. Там все задания были. И там просто было написано разрисуй всю страницу. Я добавила радугу. Нарисуй что-нибудь бессмысленное карандашом. Тут и зарисуй кругами всю страницу. Выбери слово и спиши им всю страницу. Тут это я сама придумала, но немного. Нарисуй здесь тем, чем ты любишь рисовать. И тут такой вот прямоугольник. Тут брызни на эту страницу духами. Обведи и раскрась свою руку. Вот у меня будет. Злость клади сюда. Мне нравится так эта страничка. Я буду сюда писать
Все, что меня бесит, раздражает, злит. Тут написано «нарисуй себя». Я нарисую, но не на камеру. Ну, вот когда научусь их красиво рисовать. Тут выбери одно слово и напиши его в английском и русском языке. Вот тут можно английский, вот тут можно русский. Но это по-моему. Вы можете где угодно писать. Тут русский, тут английский, тут русский, тут английский, тут английский, тут русский. И рассказывать их. Потом тут вот это первое идет, потом вот это. Тут написано «разрисуй страничку, кроме круга». Разрисую страничку, кроме круга. Тут написано «нарисуй наряды, которые тебе нравятся». Тут можно нарисовать наряды. А тут «нарисуй цветные круги». Там просто были круги, а тут цветные круги. Да, я уже запуталась. «Приклей сюда своих любимцев». Ну, тут написано «если или нет дома». Например, у меня тут только одна морская свинка есть, но я еще люблю котиков чуть-чуть и собачек. Ну, их тоже можно рисовать. Приклеивать. Тех, кого мы любим. И последняя страница – это «нарисуй часы своей мечты». И вот обрывок. Если что, это просто скотч. Это скотч. А вот сюда поставила, обвела середину. И не середину, края карты. Вот, я могу даже доказать, что это дневник. Вот, видите такие циферки? Вот видите цифры? Да, вот. Это дневник. Тут 45 плюс 5 минус 4. 5 минус 4. Плюс чего-то там. Да. А вы были на канале Эллина Скотти. Всем пока. И да, забыла вам сказать. Мое настоящее имя... Эллина Скотти. Мое настоящее имя Флаттершай. 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 Всем пока.